Язык родной, язык великих предков. Как сказочно и мудро ты звучал, написал эвенкийский поэт Николай Айогер о своем языке. Чтобы родные языки коренных малочисленных народов Севера продолжали звучать, в настоящее время делается многое. В популяризации изучения родных языков большую роль играет День родного языка и письменности, который ежегодно отмечается с 13 февраля 1996 года. Этот день стал важным стимулом для всех, кто желает знать свой родной язык. В преддверии этого дня мы побывали в школе номер 26, где в 2020 году был открыт эвенкийский класс. Посетили интегрированный урок по математике и эвенкийскому языку, который провели Евдокия Гавриловна Алексеева и Валентина Игнатьевна Стручкова. Этот урок был посвящен Международному дню родного языка. Детишки с удовольствием принимали участие, отвечали на вопросы по теме, решали задачки, читали стихи. Бикербив Ивановайсана, Миткербив Эвенкил, Буговадал Чанал, Биневегира Чанал, Нимнекервег, Седерил, Мергилде, Энел Гавра, Миткербив Эвенкил. Менду, Бикербив Макарова Эсмеральда, Миткербив Эвенкил, Бенеу Диван Тандерав, Иду бегитин садярав, так талганалчил, бирал вата кордери, урел ва аландери, мит горбиву на венкил, наше имя венки. Мы следы зверей читаем, их повадки точно знаем. Все мы меткие стрелки, нам родной тайги просторы не заменят шумный город. Наше имя Эвенки. Мендо, бигер бифу вренти котенников. Мит гербивун эвенкил. Не мертва одерширов, ДВГВ баричеров. И ты че деду бимил сренширев ОРВ, бильширев БВ. Мит гербивун эвенкил. Менду, бигербив Григорьев Давид. Бугаду мит гербивун эвенкил. Угаду вечерев, мит лин нургитев, осектал вкил, нергидер, охоктовавун, энибуга, бинивун, мит гарбивун, эвенкил. Физминутка на эвенкийском языке, который провела учитель эвенкийского языка, всех сразу же оживила. Мондюр, Иландыгин, Иландыгин, Тунганюмун, Тунганюмун, Надан, Дякун, Надан, Дякун, Егин. Очень хорошо то, что в нашей республике отмечается День родного языка, потому что мы можем все вместе собраться, так, говорить, танцевать, водить хороводы, а также делиться своими знаниями. Классный руководитель Евдокия Гавриловна Алексеева со своими детишками с самого начала открытия этого класса. Мы открыли этот класс в 2020 году. Он, получается, у нас проектный класс, который открыл, по идее, управление образованием. Я сама по национальности эвенкийка, поэтому администрация школы доверили мне такой проектный эвенкийский первый класс. Я преподаю основные предметы, это русский язык, математика, да, окружающий мир, но я стараюсь как-то детей все-таки инкультурировать, да, то есть я, получается, на уроках технологии, допустим, ИЗО, мы используем вот эти вот эвенкийские орнаменты, да, вот вышивку бисером и так далее, как бы, и пластилином можем там, как бы, этот, слепить, да, как бы, оленя с охотником. У нас в классе 25 учеников, из них, получается, не все эвенки, да, у нас еще есть и якуты. Поэтому, мне кажется, это очень даже хороший опыт, да, для инкультурирования именно вот, инкультурации, да, эвенков. Вот. Ну, я за 3 года изучения, да, эвенкийского языка, культуры, дети стали более уверенными в себе, да, они уже осознали, к какому народу они относятся. Я бы хотела поблагодарить наших родителей за то, что они мне помогают, да, как-то
ну, мне легко с ними работать. Родным языкам обычно посвящается целая декада. И день эвенкийского языка Эвэдэйтуран, посвященный году учителя, наставника в рамках декады родных языков, открылся выступлением самых маленьких участников, которые спели на эвенкийском языке песню «Лавиктакан», что в переводе означает «ягель оленей мух». Подготовка гаджар оголор бар, а венкиский тылы онна культуратын хайыбын, өретебін. Оны кытары хороводын, күйтін, венкиский рылары, қоғаннары өретебін. Бүгін оларым Лавиктакан денерін ұладылар. Олар ені мен кірахаджамын қағынары ұлабыдым. Оны бұл тоқтарын тылларын өйден қаламын, аранжировкан отыр бұп бұд. Онна бұл өретебін. Бобастыкытын ладылар хынаға, олық қағандағаны сынаға таққан лауыта қоғылыр ладылар. Бүгінгі тәрәхінге кәлін бұ әбенкі нұротын тылын өхін күне бұ бұтан ға чүгей, олық оғылырым дәлбе әңәрділер, болғойын хиттілер, қоғам бұғатын үші бағатык бұ ұскола өрнәтшілері ағалары бейд, бәлімнелілері бейд, бейме кәлер хылға әбіхәт қоғаннақ кәлімет күттіқ бұд. Всех участников приветствовала председатель Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера Якутии Августа Дмитриевна Марфусалова. В современном мире человеку надо знать по меньшей мере 5 языков. Ну, это понятно. Государственные языки, 3 у нас их, да? Русский, якутский, английский надо знать обязательно, потому что это международный язык. 4-й язык надо знать и говорить на родном языке с младенчества, вот вы научитесь, потому что вы уже сейчас как-то этими делами занимаетесь, да? Поэтому вот знание языков, и вообще филологи говорят, если ты начинаешь познавать 2 языка, третий уже идет легко, четвертый это вообще усваиваешь только так, и можно до беспредела знать языки. Поэтому я вам пожелаю всем, тем, кто начинает изучать язык, учитесь, чтобы потом говорить на нем, да? Научите свою маму, папу, дедушку, бабушку научите, да? Братьев, сестер. Я пожелаю нашим знатокам языка, вот сидят те, которые у нас остались единицы сегодня,
которые могут свободно говорить. Хотя вот на одной конференции, на одном собрании на каком-то, в прошлом году провели социологические исследования, где-то в августе месяце, да, с июля по август месяц, и по знанию языков, потому что идет международное десятилетие, это дается государственное задание, все изучают. И вдруг я, к удивлению своему, услышала, что, значит, ивенкийский язык сегодня, оказывается, знают 11% численности. А у меня в голове сидит перепись того еще ранее, всего около 5%. Вот какое увеличение. Значит, интерес появился. Но я думаю, что благодаря образованию, потому что в школах идет, благодаря, значит, интересу к языкам. После этого детишки соревновались в чтении стихотворений на венгийском языке в конкурсе «Аятку Улгучалан». Бенду мини гербив Кристина, дюви дюви айсчам, энин дюви белечем. Мостова безилки дям, печвада и ладям, энин мике диверен, дылитвисум дал баран, со аяси белемнив, хутекемни аяврив. Александр Николаевич Варламов, мид гербивы на венкил. Бейноу диван тендерав, и дуби и тынса дерав. Мидга такталга налчил, бирал в атокордюри, урел в аландери. Мидгар буву навенкил. Бугаду бичерев, миттали нургитев, оситаловки, нургитери хоктову. Энни буга, бенивун, мидгар бивун, эвенкил. Бугава далчинал, беневе гирачинал, нимна карва сидерил, мергалду энел гавра. Мидгар бивун, эвенкил. Назва Айошеров, Дабьеве Баричеров. Это чедил дуби мил, саранширев уровы, Баличеров бэлвы. Мед гербивун, эвенкил. Менду мини гербив Сайнара, эр мини амаков тренин, со аятар, менду салдебран, амаски хакдавай кенме, эведы аньор васлбаран, эведы тар гугда тренин, миневе индюле эмефрен. Кроме того, были показаны инсценировки на ивенкийском языке. Своя это мероприятие, которое ивенкию, ивенкиткар куакарымары. Воды турачин, воды течатыны, воды тулучанкитыны аят. Куакар аяты воды турачичатыны. Нам сагдыл, ванкил, мычал воды турачичатыны. Со тар урвсе бичан. Не вандукви. Долчатта ворон ванкил воды чыра. Таргачин мероприятие со ая одеран. Воды туран, ванкил турантын, ванкил одёлтын и тылтын. На сей раз было кое-что и новенькое. Минги Алагумнив о своем учителе рассказала Юлия Степанова, магистрант ЦВФУ. Якутский государственный университет Юран, профессия Алагумни. Бунгнун сама это халдичав олимпиадам ту научная конференция алду участвует давичав тадук эвенкил при научные исследования алгаудели олимпиада тадук кете давды дери. Очень оживили день родного ивенкийского языка оленёкские мальчишки Олимпий и Айглан Николаевы. Thank you.
Компетентное жюри подвело итоги, и конкурсанты получили свои заслуженные награды. Я очень рада, что дети собираются, участвуют в наших конкурсах, конкурсах чтецов. И отрадно то, что именно дети собираются, именно городские дети, это учащиеся 38-й школы, учащиеся 26-й школы. Они очень хорошо выступили, хорошо читают на Вентийском. Уже уровень есть, уже есть продвижение. Это очень отрадно. Так прошел день эвенкийского языка. А сейчас мы окунемся в день долганского языка. Нынче долганы решили посвятить свой день чествованию одного из своих самых уважаемых людей – Ахсиньи Егоровны Спиридоновой, которой исполнилось 80 лет и которая посвятила жизнь обучению родному долганскому языку. Ахсинья Егоровна – учитель с огромным опытом работы, поэтесса, мастерица, мать, бабушка и прабабушка большой многодетной дружной семьи учительской династии Спиридоновых. Бейм туспунан. Ох, сидим кого. Долганамук таңағын, таңырам ұстыр таңатын, таңырам ұстыр табатын, тоттармалын ебенетін, оғырғандан семейрі. Ол күрергі олыс хонын, ұраты бас көй болалары, оғыны күрі дәңіттен керені таптыргі өретері. Оғыру құрдығы чүгіккан, оғы болан ола аппыдым, жоным таптан күстірін мейін оқсиедейлері. Долганы Эйгас майгылах, хақалы хайгас ханалах, нучалы ағас туғалах, ауро осенне болавын. Поздравил юбиляршу недавно созданный ансамбль «Долганочки». Таким замечательным юбилеем Аксинью Егоровну поздравили представители различных министерств и организаций. От имени Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия, от имени министра Ирины Павловны Любимовой и от себя лично разрешите вас всех поздравить с днем долганского языка, ну и с юбилейным чествованием нашей Аксиньи Егоровны. Мы отмечали столетие якутской автономии, и, соответственно, вся языковая среда, вся языковая культура зависит от наших учителей, от учителей-педагогов, которые учат нашему будущему поколению вот, наши языки, родные языки. Но в этом году мы особо хотим отметить вклад родных языков в деле воспитания и обучения. И здесь, наверное, надо вспомнить слова нашего президента Российской Федерации Владимировича Путина о том, что патриотическое воспитание, которое у нас сегодня стоит на федеральной повестке главным вопросом, ставит для нас такую задачу, что патриотика у нас начинается с любви к родному языку. Если вот мы несколько лет назад не могли говорить открыто о том, что мы будем обучать своих детей на своем родном языке, то сейчас у нас стоит политика совершенно другая. Прививать любовь нашей молодежи к традициям, к культуре, и мы должны сохранять наш язык для будущего поколения. Сказали свое слово и ее земляки. Ахсинья Егоровна, мы пустили постаку читали ехать. Первый класс, как я говорю, икис класс, как я говорю, на ходьбе там. Валихин, он да пить там билявин. Ахсинья Егоровна, ортовала, минасти, первый класс. Он уж класс, как я говорю, мы пытали хин, бет билят джекар ганим. Валерий Егорович. Здоровья. Кергенин имею в виду, бейвы, таймах, чугас, таймах, бейвы. Вот там был Ахсинья Егоровна семья, на нетер боллаха. Мен оғын да күттен білер өлім болан. Білігін дағаны олаттарын, кыргыттарын көтті көрсетін ағын. Өнірік грамотлай, оғыларын сөйді кейтті дөлі. Ахан да мағдары еместі бәкке, оғын да күттен білгі өлемедім. Кейрі тақсағаддер боламын, бәкке ден білер өлім. Валерия Анаш, бүгін бие қолды дейді, дөйді тұғар.
Егор Валерьянович, нелегко голова на талантно был, бебе того быть голос потом бартон на бербе. Я к ней отношусь очень искренне, потому что она как у меня, как родственник, сестра, можно сказать, да? Конечно, знаю ее деятельность очень хорошо. И человек, который много детей воспитала. Вот. В свое время я, когда уже закончил институт, первую практику и учебу, ну, преподавателем работал там, в РНКЕ. И она была тогда. И Валерий Гош был директором школы. И моя жена Светлана всем тоже практику проходила там. Кстати, ее второй язык был эвенский. Вот. И литература, и языки народов Севера. У нее русский язык. Вот. Так что мы работали в РНКЕ, в школе. Вот тогда хорошо знакомились мы с Аксиньей Егоровной. Она там была завучем или, ну, такой по учебной части, и потом работала. Ну, очень такой скромный, искренний человек, и всегда помогала, всегда советовала, как, ну, как вести урок там и прочее, да. Вот. Ну, сейчас я удивлен и даже очень радостен тем, что она стала писательницей, да, много книг издала, успела, и много стихов написала на долганском языке. Это здорово. Вот. Она уже в годах уже начала уже писать. И при том пользуется сейчас большим успехом. У нас единственная после Агдо Аксеновой, она следующая наша долганская поэтесса. Вот, вообще, на самом деле, мы считаем, что язык – это не абстракция, а язык – это человек, это конкретный человек, носитель родного языка. Поэтому, вот, посовещавшись, мы так и решили, что День долганского языка – это в первую очередь для нас, вот, как Долган Якутии, это Аксинья Егоровна. Почему? Потому что она сама педагог. Почти 50 лет проработала в школе в РНХЕ, преподавала долганский язык совместно со своим супругом Василием Егоровичем, тоже преподавателем. И много-много учеников. Все, которые вот мы, люди в Долгане, здесь, из Якутии, знаем свою культуру, язык благодаря им в первую очередь. Поэтому это наша маленькая скромная дань уважения, признательности нашей уважаемой Аксинье Егоровне. Каждая этническая ассоциация проводит День родного языка по-своему, меняя его форму. Но содержание остается неизменным. Во главе угла стоит родной язык. Как сказал великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский, «Отнимите у народа все, и он все может вернуть. Но отнимите язык, и он никогда более уже не создаст его». И поэтому бережное отношение к родным языкам – одна из главнейших задач коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.